Так, ну пойдемте, я так понимаю, куда-то наверх. Готов? Нет, не наверх. Нет? Готов, нет? Торопись, да? Торопись, да. Ох уж эта озвучка. Прикольно, видите, сейчас текстурки не подгружены, поэтому не лагает. А то если бы у вас все подгружено, но когда вы приближаете, они подгружаются, текстурки. Мама молодой был. Живой же. Теперь пустыня. Звери в уроды превращал. Люди в звери превращал. Народ Кюль в звери превращал. Не сам по себе. Нефтяной собака превращал. Море уходил. Нефть оставался. Старик умирал, молодой оставался. Собак нефтяной слушал. Собака говорил, он бог огня теперь. Молодой поверил. 5 лет война кончался, мама умирал. Гюль один оставался. А почему Гюль, они Гюль читают, а Гюль, как это мужское даже, наверное, имя? Не могу спрыгнуть, кстати, пока не доедет. Ну, пойдем. Веди, женщина. Да, я все правильно сказал, нам нужно в эту сторону. Что это за звук такой был? Мужской почему-то. Один я сюда ходил. Один знаю, как дверь открывать. Вниз не ходил, вниз пауки. О, пауки мерзкие, фу. Так, где-то сюда, я так подозреваю, да? Видишь, проход здесь. Туда лес, потом я. Так, я ошибся. Ну пойдем. А пауков надо эту штуку брать. Вот. Вот теперь хотя бы FPS быть нормальный внутри. Так. Сейчас запитаем. Ой, какая мразь. Ну пойдем. Вниз теперь иди, потом налево. Там проход есть, узко. Я здесь остался. За электричеством следи, чтобы не выключал. Если мамин вещи увидишь, принеси. Большое спасибо говорить будет. Сколько жить будет. Да, нет проблем, мы с найдем. Налево, да? Вниз налево, она сказала. Хорошо. Какая мерзость. Вот, что-то там какое-то большое. Чё это нафиг вообще? Стоп. Ничего себе, испугались. Так, мне нужно какой-то коктейль молотого. Понял. Фонарь. Прикольная такая атмосфера, прям вообще, офигеть. Так, нам сюда, судя по всему. Что у нас там находится? Всякая фигня. Так. Мерзкие пауки, идите это. Меня нафиг. Напишите, ребят, в чате, любите, в смысле... Ненавидите ли вы пауков, лох, написано. Я, например, не боюсь пауков. По крайней мере, те, которые обитают в наших странах. Поэтому не страшно.
А вот где-нибудь в Австралии, там, да, там стоит бояться, потому что там смертельные почки. Да. Это было очевидно. Добить, да? Ага. Я, по-моему, кто-то еще кусает, нет? Казалось. Блин, у меня такое-то оружие ближнего боя нормальное, такое серьезное. И жалко, блин, ну эта пушка тоже здесь помогает по нему. Короче, фиг его знает, какие пушки с собой брать. Так, это что-то явно нам куда-то не сюда. Видимо, я правильно иду. Так, ну по... В смысле? Тут яма. Я хотел вставать на дверь, а мне кажется... Нужно в яму прыгать. Оукам. Да, по-моему, дверь открыла и закрыла. Так, что-то не то. Делаем противогаз. Противогаз снимается, значит здесь плохой воздух. Господи, копошатся везде вокруг. Такая мерзость. Просто капец. Гори. Так-то пока пройти нельзя, опасно. Не открывается, да? Я 2x сажал сразу. Офигеть, круто. В смысле, сжег, а не сажал. Я пауков не ем. Так, вот питание. Врубаем. Слушайте, игра очень разнообразная стала, да? То, что было раньше, такая, ну, в одном примерно все локация. Здесь прям такое разнообразие, прям выкидь. Раз, проверка связи. Это я, Дамир. Надеюсь, ты меня слышишь. Я на объекте. Дюль меня чуть не подстрелила. Думала, враги. Надо подзарядиться. Служебная записка, давайте... Ну, давайте почитаем, она не длинная. Так, 2018 год, смотрите. Оставить паническое настроение. Предсмертную записку полковника Макарова сдать в архив под грифом «Совершенно секретно». Никто, кроме нас троих, не должен знать об этих «приказах», в кавычках. Фактически не имеющих силы, поскольку это давший их человек покончил с собой, не будучи готов снести за них ответственность. Директива 01. Придерживаться жестко. Полное радиомолчание. Война продолжается, и мы солдаты. Даже если мы бы решили последовать этим преступным приказам, у нас нет бойцов, нет подходящего транспорта. 3000 км зараженной территории для личного состава невыполнимая задача. Его командующий РВ Новиков, подполковник. Слышал, Артём?
Степаныч, херовые дела. Через те трещины, что на нижнем уровне получились, как крайний раз тряхануло, газ просачивается. Токсичный, чтоб ты понимал. Вентиляция его пока вытягивает, справляется. Но что, если снова свет отрубится? Или тряхнет еще разок, и трещины пошире откроются? Я Викторовичу доложил, но он в своем репертуаре сидит у себя в командирском кабинете, бухает и толдычит одно и то же. Не разводить панику, придерживаться директивы 01. Уже и не знаю, что тут делать-то. Понятно. Так, только не пауки. Не хочу пауков. Так, забираем все вкусняшки, ничего не оставляем. Это пригодится. Блин, ну где-то делал, судя по всему, фильтры. Так, еще ниже идем, да? Хорошо. Дичь, ребят, просто дичь. Так, забираем все эти припасы, под обязательно с чуваков. Нужно как можно больше химии, потому что не хватает, оказывается, чтобы сделать. Смотрите, какие-то снайперские патроны еще появляются. Это интересно. А нам куда? Не пугайте. Центр управления какой-то радиолокации, видите? Офигеть. А, нам, судя по всему, сюда. Так, ну книжек никаких не было, я вроде не видел. Писсуары. Какое плохое место-то, а? Света-то нету здесь. Так, здесь свет появился, слава богу. Явно не пройдешь. Ну как, Артём? Так, по крайней мере, тебе будет слышно. По схеме, двери открываются вручную только и... Но туда можно попасть через вентиляцию из местного помещения. Поищи вход там. Анализ снимков. Анализ новейших снимков позволяет заключить, что до хранилища быстро накапливают радиоактивные элементы, но поскольку они седают на дне и мало взаимодействуют с системой ниже по течению, экологическая обстановка рассматриваемой регионе остается относительно стабильной, точнее безопасной. Очевидно, однако, перспективы долины полностью зависят от состояния шлюзов. Если они останутся закрыты, можно сделать уверенный благоприятный прогноз для десятилетия вперед. Если же вода прорвется, они принесут с собой 1000 тонн радиоактивного ила. После чего долина не будет сильно отличаться от других зараженных территорий. Слушайте, может, большой запас пресной воды здесь есть? А? Это интересно. Так. Иди сюда, тварь. Нафига я сюда пошел? Может, чего-то полезного нету? У-ху-ху-ху.
Так, пора валить. Не знаю, нужно, не нужно сюда. Давайте пойдем туда сходим, потому что есть хотя бы какая-то дверь. Погасло все электричество, хотя у нас. Семейный портрет. Перебрались на старый маяк. О том, чтобы дальше жить с Юль в Одинаре... Давайте закроемся. Каждый день открываются новые газовые гейзеры. Скоро весь бункер завалится. Надеяться не на что. Никто уже не знает, зачем... А, это ее мама... Да, это ее мама и папа, наверное. Да, Юль. Так, ну, видимо, нам все-таки туда надо было идти, ладно. Угадали. Вот сюда, в смысле. Я подозреваю, что куда-то сюда еще придется лезть. Или нет? Или вот сюда. А просто можно было пройти. Так, а здесь как-то тупиково как-то все смотрится. Подождите, наверх, что ли? Ага, да-да. Фу, мерзкие твари, идите отсюда. О, сейчас будем как-то ремолотами кидаться, чувствую я. Жарковато. Так, пока не горят, давайте быстренько посмотрим, что у нас по аптекам и все остальному, по противогазам. Хотя бы еще на 2 минуты сделаем себе. Будет неплохо. Эй, что так темно? Причем он не стреляет, это коктейль молот, пока не берет зажигалку. Прикидывайте, какая проблема тут еще может быть. Думаю, все поняли, да? Скорее всего, устанем. Но мы в эти штуки не можем проходить, на самом деле. Скоро запустим аварийную систему. Лифту должно хватить. Если уже нашел карты, жди. Так. Давайте сначала надеть, посмотрим, что здесь происходит. Че, не карты? Нет, не карты. За какой год, наверное, за последний, судя по всему? Да. Пусто. Сейчас кто-нибудь сверху прыгнет, я готов. Я не буду кричать. А вот и карта. Так, хорошо, что у нас здесь еще осталось? Ладно, возвращаемся. Только что сейф прошел. Последние приказы. Много читать?
Это на паузу почитайте, я тоже потом почитаю. А давайте сейчас, в принципе, почитаем. Почему бы и нет? Так, попробуй еще их найди. Я не знаю уже, как сюда попасть. Возможно, через верстак. Нет, не отсюда. А, у меня же были зажигательные патроны, а чё я не пользуюсь ими? Господи, подождите. Можешь проще сделать. Меняем патрошки. На паузе почитайте, ребят, ничего страшного по себе нету. Я тоже буду так же читать на паузе. Прибор ночного видения. Yes. Его можно было очень раньше взять, но я там на остров так и не дошел. Там какая-то тварь большая была. Давайте посмотрим прибор. Вот такие пироги. Очередная война. Бесполезные. А себя зажигалка почему? Прикольно. Ладно, выключаем зажигалку. У меня, в принципе, огненные патроны, если что. Можно пострелять будет огненными патронами. А, это мы возвращаемся, да, все правильно. Видите, какая классная штука? Против этих гаденышей. Ну их нафиг, блин. Не зря дали ночной прибор ночного видения, потому что отрубился весь свет, видите, да? То есть вообще ничего не видно. Ну можно, конечно, было без приборки эти ночные. Эти звуки мерзкие. Так, у нас тупик. А куда нам тогда идти? Туда, может? Ошибись. Все нормально. Ох. Так, приборку можно снять. Я подозреваю. Врубай свет! Лифт уже не нужен! Тут там.
Слушайте, классная штука против пауков. Че я сразу не пользовался? Ну, врубай. Все? Электричество почти вышел весь, скоро совсем жжет. Шайка! Отсюда вдоль! Уходим! Пока есть свет, они не бросятся! Бегом, марш! Побежали. У-у-у! Это было неожиданно. Давай, 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 убегаем. Вот им всем. Ну, поехали. Че, я нажму? Кто жмет? Все нормально. Еще один коктейль молота Степан закинул. А точнее, Дамир. Карта у нас. Так что осталось прийти к полковнику на базу. Кстати, тачку эту я пригнал. Она тут, на причале. Отлично, слушайте, ну нормально прошли. Вообще работает, весь бункер ведь в трещинах. Мама говорил, его много чинил, и остальное тоже. Ты прав, Мэтт. Спасибо тебе, Артём. Это тебе. Когда я маленький был, отец дарил. Дамир говорил, с вами девочка едет. Отдай ей. Пусть удачу ей принес. Окей. Пойдемте. Вы очень везучий. Мунай Байлер много поход ушел. Почти весь. Если Орда был тут, вы бы уже мертвый был. Думаю, это наш шанс что-то изменить. А, Мунай Байлер. Это по-русски получается нефтяники, пожалуй. Меня слушал. Как идти, рассказываю. Когда вышел, направо езжал. Там дорога в порт когда-то. О, тачка. Аня должна быть где-то там. Свяжись с ней. Наверняка она нашла что-то интересное. Я останусь. Попробую выяснить побольше про этих нефтяников. Как узнаешь, что полезное, сразу свяжусь с базой. А, те ворота, к которым я подъезжал. Точно, точно. Гюль, скажи, как получилось, что здесь заправляет этот барон? Мне на базу возвращаться нужно, судя по всему. Как это сам? Сейчас послушаем, пойдем. Сам. Мунай Байлер сказал, работал на меня, я защищать буду. Он согласился. Мунай Байлер сказал, почитал священный пламя. Он тоже согласился. Но тогда ведь у них и выбора не было. Сражался, был выбор. Так, один урок, я прицел. Нормально, ночной. Не все к этому готовы. Надо был готов. Я всегда готов. Потому и сражаешься одна. Ха. Для барон меня один хватит. Но убьешь ты его, а дальше? Барон мертвый будет, тогда буду про дальше думать. Тоже верно. Иди, Артём. Удачи пожелать. Спасибо. Пока. Сверху чуть не залазит. Пожалуй, Артём. Позже поговорим. Давай, Артём. Эй! До свидания, Артём. Ну, поехали. Взял еще прицел, чтобы можно было ночью тут всех расшибать. Направо-налево, потому что будем через какие-то заставы ехать. Анна, это Анна. Рядом с портом. Слежу за основной дорогой. Активность есть. Пока ничего особенного, но лишний звук бы не помешал. Принято. Отправляю твои координаты нашим разведчикам. Не слушай! Барон говорить будет! Не слушай! Барон говорить! Так, братва! Перетер я по радио с пацаном этих гастролеров в поезд. И вот даже не знаю, что им сказать. Короче, пахан этот настоящий полковник. Ага. И приходил он сюда не просто так, а по вашему заданию верховного командования. Что за задание, правда, не колется. С фондом секретное оно. Но
чтобы жить, и если думаете, что это все, то хрен доплавал. Знаете, откуда это полковник пожаловал? Прямиком из Москвы! Давно так держал, да! Так это еще не все! Этот клоун хочет воды, топлива и проезда по нашей территории! Всего ничего, правда? А взамен Верховное командование нас щедро потом отблагодарит! Привет, любимая! Пойдем, покажу кое-что интересное. Меня эта пыль доконает. Так, и что здесь? Смотри, как я тут устроилась. В Москве было похоже. Правда, жарище тут, духота. Чувствую, скоро свалюсь, как Степа. В общем, что я тут разведала? Видишь кран на краю пирса? В кабине кто-то есть. Толком не разглядеть, но мне кажется, он меня заметил, как только я пришла сюда. Для наблюдения за базой точка отличная, так что проверить нужно. Я надо бы-то наверх, чтобы потом по этой штуке спускаться. Теперь посмотри на тот разбитый корабль. Самый большой, у самого обреза воды. Видишь? Так вот, он не разбит, а разобран. Туда несколько раз подъезжали грузовики с клетками. Похоже, эти бандиты держат там местных. Вас поняла. За портом какое-то здание. Думаю, это диспетчерская аэродрома, но не уверена. В любом случае, техники там должно быть много. Может, найти что-нибудь интересное. Вижу, ты нашел карты. Молодцы вы с Дамиром. Так, ну на кран можно сходить, в принципе, там можно доехать по пути, почти по пути. Я буду дальше следить за вышками, а ты решай, что делать дальше. Я понял тебя. Пойду посмотрю, что на кране. Как же хочется смыть с себя песок. Весел. Если бы убраться из этой пустыни. Должно быть. Так, а что он сверху? Наблюдательный пункт. Кто повесился, по-моему, нет? Ну да. Значит, пойдем шороху наведем там на экране. Как раз ночью можно поставился. Теперь мне прибор ночного видения есть. У меня есть прицел ночного видения. В чем проблем быть не должно. Да, подъедем, посмотрим, что получится из этого. Сначала мы выйдем из этого туннеля, нафиг проклятого. Так, а наша база, куда нам надо ехать, покажите мне ее. Она вправо, понял. Табачки. Ну, давайте поразведаем, чего же там. С другой стороны, да, может быть... Карта сейчас отвезем, а потом уже пойдем на разведку. Все тут рядом, в принципе, все. Я уверен, что мы примерно в ту сторону понадобится идти, так же ничего страшного нету. Не пропустим ничего. Опять какая-то буря напала, смотрите, ничего не видно. Так, ну пойдемте. Не так лайше. Просто опустить хотел. Да, какая-то стрёмная буря вообще, капец. Так, а нам... Да. Давай быстрее, выходи! Артём, у меня Дамир на связи. Садись, я быстро. Хорошо, конец связи. Нашел? Молодчина, Артем. Хорошие новости. Артем добыл карты. Молодцы, Артем. Ой, как же здорово. Сергей, приступай. Я тоже подключусь. Данных много. Попей, чем скорее разберемся, тем лучше.
Карты у нас. Теперь надо думать, как убраться отсюда. А с этим серьезная проблема. Нужна вода и для Авроры, и людям, сам видишь. Степан, князь и Алеша уже выбыли из строя. Сильное обезвоживание. Еще нужно топливо. Все это есть у местных головорезов. Я связался с их главарем, так называемым бароном, но его условия неприемлемы. Гюль рассказала, где источник, но он, естественно, охраняется нефтяниками. Дамир провел разведку. Шанс проникнуть туда скрытно есть. В общем, Артем, как будешь готов, выдвигайся на встречу с Дамиром. Ваша задача — любой ценой доставить воду на Аврору. Понял. Ну там уже вроде как мы знаем, что вода есть. Мы все рассчитываем на тебя. Крест, как там погодка? Понятно, куда. Ну тогда, это как я и говорил, туда и нужно было направляться, тогда, в принципе, пойдем. Отлично. По очереди будем все точки проходить. Артем, дело есть. Артем, пока тебя не было, я доделал для Тихаря еще одну штуку. Шикарно. Можешь установить, верстак тебя ждет. Понял. Ну как, патрончики опробовал? Должны работать отлично. Все. Патрончики шикарные, спасибо большое. Священному пламени наверняка понравится. Так, почистим оружие. Давайте втихаря посмотрим, что он там нам дал. С автоподкачкой, шикарно. Что у тебя? Ну что я могу сказать? Не зря мы сюда ехали. Уже разобрался? Давайте это лучше поставим, мне кажется, лучший вариант. Уровень заражения показан цветом. Лазер, да, все нормально, здесь все хорошо. Они и динамику изменения. У нас новая штука, бульдог, смотрите, есть система. А когда? Ну, мне его вернается, я почти им не пользуюсь, поэтому пускай будет. Я, может быть, его заменю на что-то другое. За это время ситуация не ухудшилась. У меня, в принципе, пушка хочется ее тратить, мы ее оставим, наверное. А, я, наверное, что-нибудь крутое поменяю. Азия, Западная Сибирь, даже сейчас поменяем, Урал, поставим сюда лучше бульдог. Европейская часть страны. О, аппарат. Востока нет, странно. Так, бульдог, приклад. Или восток в зону ответственности центра не входил? Оглушитель, естественно. Или кто-то унес все карты. Прицел, коллиматор. Большой магазин. Лазерный прицел. Оставшимся разобраться. Да я, по-моему, не поставил. А где искать-то, товарищ полковник? Вот так. Крупные города я бы сразу отметал, это основные цели. Но и в полную... Слушайте, он нормально получился оружие, да? Похоже на грозу русскую. Если понимаете, о чем я. Так, ремонтируем здесь. Вот тут чисто вроде. Все аптеки. Это пока не нужно. Патроны. Эти нам, по-моему, не нужны до сих пор. Тех по максимум делаем. Огненные понравилось. Что сделаем? 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Надолго там задерживаться. Все, остальное не будем тратить, пригодится. Да, тут разбираться и разбираться. Так. А у нас еще. По вот этой ветке. А, надо же отдать девочке. Где эта девочка, кто у нас? Кто помнит? Да, Артем, спасибо, что зашел ребят проведать. Я тут сижу с ними, а сердце кровью обливается. Степа вообще жару плохо переносит, а без воды. А Катя где? На самом солнце. И ни слова не сказал, ведь пока не упал. Леша с князем тоже свалились. Им ведь просто вода нужна, а я ничего сделать не могу. Понятно, без воды всем не сладко. Но жалко их так. Ты уж постарайся придумать что-то, а? Спасибо, Артем. Так, а где Катя была? Кто видел? Вот. Дедушка Ермак, а у вас воды... Дядя Артем, это мне? Ух ты, спасибо! Это вода? Смотрите, дедушка Ермак, у меня теперь фляга есть. Ну, теперь попросим, чтобы в нее воды налили. Будет твой неприкосновенный запас. Там что-то булькало, ну, вау, вроде как. Спасибо! Я думал, нужно обниматься и приедет. Мам, мне дядя Артем флягу подарил. И надо изучить подробнее. Прикольно. Ладно, пойдемте. Или поспим. А мы вообще можем здесь поспать? Сомневаюсь. Ой, какие все заняты. Привет, Артем. Про воду ничего не слышно. К сожалению, нет. Ладно, можно и ночью пахать.
принципе, не проблема. За оружие давайте посмотрим. О, это будет крутая штука, судя по всему. Так, мы вообще куда? Давайте посмотрим потихонечку. А, ну да, по плану действуем. По точкам пойдем. Дамир? Что, Артём? А, крест. Неважно у нас положение, а? Скажи. Ну да. Придачу, у нас тут гости были. Ну, мы их по первому чину приняли, дело ясно. Они как набежали. Степан как раз со своими сорубкой на посту стоял, ну и покрошил всех. Мы выскочили, а тут уже одни клочки по закоулочкам. И Степан лежит. Я думал, загрызли гады, а нет, целый. Но жар у него и бредит. Тепловой удар, вот. Ну, снесли его на станцию, лежит пластом. Остальные хлопцы тоже еле ходят, так что если... Не знаю, почему-то напоминает мне это место из Metal Gear Solid 5. Можем и не сдюжить. Ладно, разберемся. Как раз могут, потому что сдается мне, Гюль в темную нас разыграть хочет. Поехали разбираться с местным бароном. Сейчас едем на кран. Барон говорить будет. Всем слушай, барон говорит. Интересные дела творятся, браточек. Крайнюю бурю кто-то вырезал наш пост в развалинах. И по времени, и по всему, это гастролеры с паровоза. Я им предъявил, но они с тем отвечают, типа, не при делах. А только видели, их людей заточили, что у пацанов на посту было. Короче, отморозки по всему полные, поэтому клювами никому не щелкать. Всем отбой, барон сказал. Блин, я думал, можно как-то поворот эти пробить. Надежда умирает последней, как говорится. Так, а как вообще-то пройти, интересно? Хороший вопрос у меня. Опа. Кто что буршит? Так, стоп. У нас огненная штука. Ух ты, ёперный театр. Я вас понял, валим. Не будем с ним махаться, нам нет смысла с ним махаться. Это огненный припас, огненный, да. Две веревки стоят, видите, можно будет потом сюда вернуться. Опс. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Так. Маскируемся. Можем он свет как-то вырубить? Смотри, точно можно вырубить, класс. Я их просто не вижу. Ну тут один точно где-то мелькал. Погрейтесь там.
О, господи, почему я так фейли? Я эту штуку прижал на! Так, ничего не видно. А, подождите, у меня же есть прибор. Чего я парюсь? Хорошо, пошел. Ладно, Артем, обыщи его наблюдательный пункт. Наверняка там есть что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Вижу козла обратно! Прижал! Батальчик готов! Начушка, готовься, Зана! Я прижал Павлу эту! Два раза ножом, ничего себе. Какой я зверь. Так, давай теперь забираться на кран. А вот, запираемся на кран. Так. Давайте с ночным прибором все-таки пойдем, так проще. Два шесть патронов осталось. Так, кассета, послушаем. Гастролеры взяли дистанцию, выставили посты. Их человек есть, но организованно. Ну, какой-то прицел нашли. Новый патрон снайперский, я же говорил, они появились. Опыт как крутая появилась, отлично. Но это, судя по всему, лучше получается. Но это снайперский, но это все стабильность лучше, в итоге получается. Оставляем. Так, снова же прицел поставить. Крутой. Ну я не могу поставить, когда прицел это. Как она эта пушка могу поставить, все. Ладно, ну ладно. Это что там? Думал, они мою машину угнали уже. Вроде нет, повезло. Так, может разбегать, посмотреть, что там находится. Ничего полезного, блин, не находится. Только какие-то рукоятки нашел крутые. Ладно, валим отсюда нафиг. Так, ну я хочу к своей машине вообще-то на тросе прокатиться. Где на ближайший трос к моей машине? Он чуть ниже мне находится, вас понял. Так, ищем трос к моей машине. Вот он. Почему не могу? А вот. А, ну не совсем к моей машине. Давайте коктейль молота докинем. Не могу, к сожалению. Че, не ждали, чертилы? Ладно, я тоже не ждал, мне что-то прилетело. Валим, 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 валим. Пофиг на все. Да убегай ты, куда здесь бежать? Вы издеваетесь?
Эй, вы там, охреневшие рожи. Артемку так просто не возьмешь. Так, а как сюда опять? Ну, тоже тем же путем попытаемся выйти. Так. Все. Я думаю, что прицел не буду ночной брать. У меня, в принципе, есть приборка. Я так могу с ней смотреть, да, я так понимаю. А мы лучше с вами поставим 4-кратный прицел на этот калаш. Это будет оптимальный вариант. Вот такой. Потому что я только с приборкой, я так все равно вижу. Да, хорошо. Все, разобрались с кучкой козлов на башне. Давайте посмотрим на карту. Да, разобрались, все хорошо. Теперь нам нужно налево... А, надо вернуться вообще. Ну, мы, наверное, направо скатаемся, посмотрим, что там справа находится. Надо, скорее всего, там махаться с ребятушками. Давайте еще направо съездим. Будем на одну точку. Так понимаю, сейчас поедем к кораблю, судя по всему. Левее. Так, не палимся. Добавим фары. Выходим. Ну что, кого? Левого или правого? На месте стой, не двигайся. Куда они все побежали, разбежались? Главное, вот он, я вроде с гурстой стрелял, как они могли знать, где я нахожусь? Снайпер там фигачит, надо отойти. Так, блин, вот эта штука мне не нравится. Двадцать патриков осталось, ладно. Что-нибудь придумаем. Священное пламя сожжет врагов, барон. Бедный дам, ну откуда? Что ты меня не видишь, не ври. Или видишь? Да ты издеваешься, попади хоть куда-нибудь. Всем слушать! Барон говорить будет! Всем слушать! Барон говорит! Да, по каньону в горах у источника, где дикие лохматые против наших пацанов поперли! Нифига не вижу. Все, сдается, слышали, там уже сдаются ребятушки. Все, без, можно не напрягаться. Так, ну это явно не в том месте немножко нахожусь. Мне нужно чуть левее, да, да. Мне нужен корабль. Но это форпост, банальный форпост. Посмотрим хотя бы один форпост, чтобы что здесь происходит. Спокуха, пацанчик, сдаюсь я! Давайте.
Все хорошо. Мы тебя усыпим, мужик. Не обижайся только, хорошо? Так. Здесь пустые только бутылки. Брать внутри нечего внутри. А, вот что-то есть такое, подождите. Это было. Где оно? Вот. Обычный форпост, на самом деле. Ну ладно, прочистили, почему бы нет, если бы проще проезжать. В принципе, они и так никогда не нападали, по сути. Это был фейл, только что я знаю, я прыгнул. Так. Ну, пойдем на корабль. Как и обещал. Одного видел в рубке вот здесь вот, только что там фонариком мигал. И, собственно говоря, и все. Давайте посмотрим. Да-да, точку надо бы зачистить. Может, что вкусного найдем. Нам нужно попасть наверх. По-хорошему. Слышь, а черняет на вас не колонится? Да не, бля, не должна. Ну если никакая, сука, грабли собать куда-нибудь. Чуваки не вовремя сообразили, да, походу. О, что-то новое. Получили какую-то новую ложу. Какой-то обвес получили хороший. Так, надо выше подниматься еще. Пацанчики спалили. Так, а куда я пришел? В обход идем, я понял. Подкачаем немножко энергии, тут было потратиться уже. Я не могу давать, вот этот дебилизм сделали мне тоже, серьезно. Че за дичь вообще? Дебилия была, я просто не мог туда войти. Обратно закрывается, оказывается, все. Ой. Но нам надо наверх, на самом деле, там не делать всего ничего. Я вас понял, ребята. А тебе постреляться, да? Оба, да, снизу три снайпера. Шикарно. Эти лампочки, по-моему, не... А, нет, гасить можно, можно. Наверное, выкрутить можно, да? Да. Сзади? Аптек уже нет, кстати. Так, мне нужны аптеки. Здесь
здесь, сучары! Ух ты, вас там! Вон он, за яйцами! Так. Тихо. Будка, пацаны! Вон это сучара! 8 патронов, я вас понял. Ну, может быть, перейти на огненную... На огнехрень? Давайте перейдем на огнехрень. Так, тут не пройдешь, самая главная проблема, видите? Не открывается, да? А не надо будет тебе, что ли, получается? Так, ну у меня огненная хрень. И что мы их быстро зашмаляем? Господи, что там за пулемет? С одного выстрела снес. Серьезно? Офигеть. Длинная будет серия, но веселая, как всегда. У нас всегда длинная серия с боевкой жесткой. Всякого любите, ребят. Так. Я так просто не сдаюсь. Так себе пулемет на самом деле. А, я вот здесь. Выбегаем сюда. Сюда. Сейчас сделаем аптечки себе, не забудем. Там напали, ублюдки. Так, ладно, того напали. Сзади, да? Так, у нас проблемы, Хьюстон. Как мне туда залупиться? Надо, конечно, брать... Так, что у меня за коктейли Молотова стоят, да? Как пойдем, с чем? Патронов уже очень мало, берем это калаш, нет, берем все-таки реально эту штуку, понадобится. Вообще должна автозарядка быть, странно, что не работает. Посмотрим. А, да-да-да-да-да, здесь же нельзя пройти. Логично. Так, ладно, пробежать просто и все, пофиг на все остальное. Они не понимают, боты запутались. Чертила этот внизу упрятался. Я бы в гробу видал такие расклады. Блин, ну там откроешь, начнется жопа полная. Сохраняемся тогда, короче. Я огненным патронами фигачу. Хотя бы сдохнуть хоть раз. Да, это автозарядка, видите? Отлично. Опер. Как мне вот его убивать, его интересно? Разработчики тролли. Так, меняем оружие. Точнее, патроны к оружию.
мне долбанный гатлинг. Надо было его, короче, поджечь. О, сгорел. Поворот. Так, сохранимся, когда он быстро сгорел. Не могу бою, понятно. Так. Зашибись. Я фейлить начинаю. Так, бежим. Так, стелс не получился, но мы пока живые. Это хорошо. Блин, как мне кто прибить нормально, а? Какая-то шлюха, смотрите, местного разлива. Но они наверху, все это понятно. Патронов просто вообще ноль. Он сквозь лестницу провалился, кстати. Все, я не боюсь, я могу сохраниться. Yes. Да, было потно, надо сказать. Чем у нас к одному оружию одни и те же патроны, что ли? Да, сучка, блин. Ладно, ничего страшного, тогда будем тебя разбирать. О, какая-то крутая система. Рубаем электричество нафиг. Забираемся в самое вкусное. Патроны там, все дела. Так, я считаю, это место прошел или не прошел? Да, тут нифиг увидишь. Непонятно. Давайте зажигалку включим, так посмотрим. Зажигалка не смотрится, кстати, раньше смотрел зажигалку, помните, же было все нормально. В смысле, предыдущей части их игры. Так, тогда нам нужно немножечко кое-что переделать. А, эти патроны здесь я не могу делать. Тогда делаем вот эти патроны хотя бы, чтобы были. Нам нужно вернуться на базу, я понял. Ну, получается, все зачистил, да? Выше подняться уже не получится никаким образом. Я не вижу, как можно подняться повыше. Какой-то крутой пулемет. Здесь все мы посмотрели. Да? Наверное, возвращаемся. Столько где-то внизу что-то там, но мне кажется, надо было именно наверх идти. Ладно, патрон типа собирай, который я потратил. Даже с этой стороны, видите, мы не можем почему попасть. Нам нужно будет как-то открыть. Так, неужели все? Ну да, получается, все посмотрели. Будешь знать, козел. Так, ну а какая цель была вот этого всего? Походу вот в эти вот места просто ходить
разработчики сделали разнообразие, чтобы просто пострелять, потому что по сути никакой цели сюда прохода, ну, не оказалось. Все стандартно. Ничего интересного. То есть просто нам было пострелять и все. Я думал, будет как-то больше интересного. Ну, конечно, нашли какие-то припасы там подобные. Тем временем, смотрите, уже светло стало. Офигеть. Так, я забыл, где я нахожусь. Он, но пишет, что я вроде как не все зачистил. То есть, видите, там стоит такой череп нарисован. Давайте посмотрим. Ну нет, получается, да, все. Это все, ребят. Но, может, какого-то 1-2 человека осталось. Либо где-то не дошел. Одно из двух. Ну, мы с Бароном в любом случае встречаться должны, в любом случае, потому что в этом все равно копейка. Это будет по сюжету 100%. Да, да. Ну, некуда там больше идти. Может, когда я тебе дойду, засчитает, что я здесь был. Ну, прикольно, такой гигантский корабль. Нормально. Так, а где я вообще? А, подожди, я-то скатился по этой веревке, я уже не помню. Ну ж, как-то еще вернуться. Офигеть. Слушайте, а как вернуться? Ну, возьму вон там. Так, прошел сейф. Нет, горит и почему-то огонек. Видимо, все-таки кого-то не добил. Но по сути, это не важно на самом деле. Таких уникальных вещей мы все равно тут не получим. Но было. А, но мне нужно было вот сюда подняться, подожди. Я куда поднимался, кто помнит? Слушайте, попробуем подняться, знаете, туда, каким образом, вот стой. Вот по этой веревке. Не, она куда-то вниз ведет. Эта веревка вниз. Я по ней, по-моему, спускался, все правильно. Ну, честно, где-то там можно как-то подняться. Но я где-то профукал, видимо, по проходу или что в этом роде. Но это не точно. Ну ладно, не буду на самом деле заморачиваться. Фиг оно с ним. Пойдемте дальше. Пойдемте вообще по миссии, по главной миссии. Просто было интересно посмотреть. Вон моя тачка. Где твоя тачка, чувак? Там Гули, судя по всему, бесится. Так, друзья, на этом... Так, друзья, блин, запинаюсь, извините, уже много снимаю одну серию. На этом мы заканчиваем. Продолжим в следующей серии. С вами был Клауд. Спасибо, что... Спасибо, я уже все, да. Спасибо, что смотрели. Пока-пока-пока.